И всем привет! Вот я установил русификатор. Кривенький он, конечно, там. Резюме. Отклеенный. Но фактом, что это лучше такой этот вот перевод, чем вообще никакого, если честно говоря. Так, давайте с кем-нибудь тут поговорим. Найдем молодую 18-летнюю. Сколько тебе? До свидания. Хотя можно с ней поговорить просто. Плюс 5 просто, чтобы было. Так, бери с рук это копье. Мадам. Они все тут на одно лицо, как мне кажется. Мало того, что одеты все одинаково, так еще и выглядят все одинаково. Да стойте. Плюс 10. И гулять дальше. Так, вот тут собираются в магазин. Молодежь. Наверное. Розалинда или что? О, 18 лет, полтинник. Че ты там рукой махаешь? Красивая леди. Не хочет разговаривать. Хорошая погода. Во, десяточка. Возраст 18, одобрение 60%, привязанности 0. Так, еще. Близость. Да, что там, я слышал, что люди... Что у него было удивительной одежды. На нем там минус 2. Упс, все, короче, хватит. Ладно. Чтобы дверь открыть, надо в нее носом ткнуться. Так, у меня, по-моему, ни веток нету, ничего. Я все когда бежал, все повыбрасывал, да. Чтобы можно было добежать. Где там наш этот, которому надо сдать задание? Не ты ли случайно? Нет. 12 метров, 13, я удаляюсь. А, в доме. Вот в этом. Так. Че это тут у нас? Факел лежит, ножичек, морковки. Здорово, сосед. Вот тебе задание. Так, он мне дал ботинки из меха и капюшон, что-то там из меха. Обновление. История. Не гос. Госна, блин. Че там хотят от нас-то? Технологии, управление, карта, журнал вот здесь вот. Так, что там надо? Закончить некоторые поиски соседей, один из трех. Так. Успешный флирт. Репутация династии. Короче, 8 строительных предел. Короче, что-то ерунда какая-то. Здесь что? Так, у меня есть какое-то еще стороннее задание, получается, вон висит. 900 в ту сторону. Сходим туда. Уже осень. Тут вроде бы сейчас поправили, что еда не так быстро портится. Вот жареное мясо 100%. Оно вроде бы в кармане у меня будет 2 сезона храниться, так что... Сейчас я пойду домой, повыкидываю все так. А что у нас? Ботинки из... со смеха? Так. Ботинки из меха. Надо одеть. Ну-ка. Интер. И капюшон из меха. Чего не дают? Так. Тепловая защита. Холодная защита. Весит легко, легкие вообще. Здесь тоже 350 грамм. Так, ну давайте капюшон оденем. О, вот он. Блин, жалко, на себя посмотреть нельзя. Ботинки со смехом, по-моему, как были, такие так и остались. Те, что старые, вот эти, что... Что это? Обноски эти. А не, тут просто тряпка замотанная на ноге. Ты смотри. Да, сразу заметно поменялись. Штаны бы еще потеплее одеть. Ну да ладно. Ну все, я поехал. Так, новое выживание. Только решил пособирать веточки, чтобы продать тут. Пока еще сильно далеко не ушел. И качнулся. Что тут в навыках появилось? Так, это я прокачал.
Так, нечувствительность. Нечувствительный. Работает чего? Работает происходящий. Ранг первый. Что это вообще такое? Лучшая температурная терпимость. Ага, ясно. Железная печь. Железная печь тоже поинтересней. Давайте ее прокачаем. А мне все равно железа нету. Так, смысл выживания-то что? Ощущать грибы, перья, траву. О, вот это прокачаю. Я думаю, мне это пока нужнее. Чтобы я мог видеть. О, теперь я вижу весь хлам, который есть рядом. А то ходишь, блин, вы ни черта не видишь. Ну. А вот они, да. Вот, это я тут сейчас... Я тут сейчас немножко пособираю все это и продам. Не, ну вы только посмотрите. А то ходишь, ищешь вот эта трава, допустим, для хилки. Вот она. 22 штуки. 5 штучек. Что это стоит? От отравления. Это здоровье вас тут поднимает. А вот это вот... Это отравление, по-моему, снимает. Сейчас я тут как насобираю полные карманы. Да как продамся. И все деньги из деревни унесу. Пойдем сейчас туда, в деревню. Там по дороге, я так понял, что есть. Вот. Можно сюда зайти. Тут можно кирку купить. Кстати, тут много заданий. Сюда вот появилось пойти. И здесь пойти, и тут пойти. То сюда, наверное, сейчас схожу. Но сначала... И, кстати, здесь еще кто-то ходит с заданием. О! Вот теперь, когда я срубил дерево, тут приседаете с необходимым совок. То есть его так получается лопатой можно выкопать. Клен. Ну хоть, блин, приятно уже теперь смотреть. Сейчас я сделаю немножко кольев. В смысле копий. Куда катитесь-то? Опа, все. Кто-то уже не может ходить, например, я. Так, копья, говоришь, там, как там? Ага. Я уже и забыл, как тут что крафтить. Так, что там? R, Q, F, принять, и давай делай копья. Сейчас мы должны полегче немножко стать, по идее. Как-то что-то легче мы не становимся. Перегруз, а, чуть-чуть. Я побежал. Слоумо. Так, надо поесть в таком случае немножко жареного мяса. О, еще чуть-чуть легче стали. О, ну хоть более-менее. Так, все, надо идти продаваться. Тут даже у них прям в поселке трава эта растет, которую продать можно. Я еще сделал топор один, обновил свой инвентарь. Сейчас это инструмент такой попорченный, скажем так, продадим. А себе оставим один топор. А, там. Эй, привет, карапуз. Ольга. Карапузик. Так, покажи-ка мне свое оборудование. Это так называется теперь. Так, каменная мотыга я себе оставлю. Надо будет ее скинуть. Так, вот. Каменные ножи. До свидания. Еще каменный нож, аж 3 штуки. Туда же уходит. Косарик у меня уже есть. Так, деревянные копья. Фуфлыжное состояние. До свидания. И оставлю себе... Да ничего себе не оставлю, я себе новый лучше сделаю его. Так, этот нож не трогаем. Так, вот, каменный топор фуфлыжный. 21% продать. Этот один продать. А себе один оставить. Так, во. Уже хорошо. А обувь эту, может быть, хотя не буду продавать. Лучше в ящик. Так, гриб. Так, сюда. Вот, это что у нас? А, poisoned, яд. Всю продаем. Интер. Ой, блин, интер. Ич и F. Чик. Вот денежка появилась. Так, и это тоже я продам сейчас туда же. Теперь уже вообще без проблем это все. И грибочек заодно продадим. И сколько денег? О, неплохо. А у нее сколько еще? 700 осталось. Нормально. Я тебе дал товар. У вас есть минутка? Какие-то сплетни слышали? Минус 5, блин. О, я теперь хоть ходить могу, даже бегать. Так, переплывем речку, помоемся заодно. Как раз он чуть-чуть был, это вот. А теперь уже как раз хорошо помылся. Сейчас еще
Там, я так понимаю, кирка дорого стоит железная, так что надо еще будет что-то пособирать. Вот травинку, например, уже сразу видно. Даже без этого. Ух, тут просто россыпь. Я так понимаю, что можно прокачать, и чтобы видеть палки, ветки, вот это все. Трахомудию будет просто, посмотришь, и все в одних ресурсах кругом. Главное, вот камешек лежит, написано скала. Ну ничего страшного, я же говорю, лучше такой перевод, чем вообще никакого. Ух, тут грибочков. Тьма тьмущая, правда, не копейки стоит. Да гриб ты возьмешь когда-нибудь? О! Ветки. Даже пишет, что это за ветки. Ветви березы, ветки клена. А по-моему, они все одинаковые, хворост превращается. Неважно, какие были ветки. Так, уже перегруз появляется. Хорош. А то я лети буду. О, еще грибочки. А я уже бегать не могу. Ну, грибочек подберем. Поганку. Мухоморчик, в смысле. Красиво. А это нет, это не мухоморчик. Тут какой-то яркий был, на мухомор был похож. Ой-ой-ой. Кругом еды полным-полно. Только не ленись. Так, вот в этом доме, кажется, есть торговец. Так, такое не каждый день увидишь. А чем вы тут занимаетесь таким интересным? Так. Ой, подождите. Факел сгорит. Так, 40 лет вам. Так, я хочу. Это не надо говорить. У вас есть минутка. Хорошая погодка. Плюс 5, ну вот хорошо. Покажите мне свое оборудование. Так, палки у нее есть, дрова, яйца. Ягодки, широколистная эта фигня, ножики, шможики. Ладно, все, продадим ей грибы. Так, вот это все продадим. Грибочки. Так, жареное мясо не трогаем. И тебя продадим. Так, деньги у нее есть, а зато у меня прибавилось. Так, ветки. Палки. 120 штучек. По одной как раз 120 монеток. Зашибись. Ну вот. У нее денежки поменьше, у меня побольше. Все хорошо. Ну вот это. Тренируйтесь на кошках. Вас в демон вас селился. 100%. На превьюшку пойдешь, блин. А ты что стоишь, смотришь? Сама в шоке, да? Чем я вам могу помочь? Знаете, я могу попытаться помочь вам. А что она хочет? Так, я закончен. Что-то урожай был ужасен в этом году. У меня нет достаточного количества зерновых культур, чтобы... Так, заплатить налоги. Короля будет... Моя голова. А чем я тебе могу помочь? Вы действительно сделаете... Так, я... Настоящую сумму. Так. Это прекрасно, я помогу. А что там надо-то? Диалог конца. Ты это, рано радуешься. Навыки, журнал. Так, вот он. Интер нажимаем. Это задание. Что тут надо? 96 монет. Вот деньги, бери. Ой, а что, мне факел сгорел, ну ладно. Выполнили задание, пару монеток там. Ничего страшного, я себе еще насобираю всякой фигни, да продам. А факел сгорел. Так. 90%. Не будешь... Охота получить какие-либо подсказки. Так, одобрение плюс 2. Извините, я не в этом, ля-ля-ля. Ну все, короче. Есть задание. Тут еще кто-то есть с заданием. Вроде в этой деревне больше никого и нет. Ладно, поехал я к себе, сейчас разгружусь. Так. Кролик попался, сейчас ловушка рассыпется, да? Да, ловушка минус, кролик. Кожа, мясо, отлично.
Все-таки, когда силки их берешь, у них еще и кожа появляется. Кожи много. Так, давайте сделаем тогда еще одну ловушку на кроликов. Тут уж ее и по... А что, мы не ставимся? А, вот. Все. Ловись. Большая и маленькая. Так, тут что-то поменялось с обновлением. Вроде бы ничего. Киянка, шмиянка. Вот, совок. Схема технологии не открыта. Не открыта. Понятно. Камни для бросков. Это ерунда. Лук. Технология не открыта, а так-то, в принципе, сделать не проблема. Так, ладно, сейчас разгружусь тут. Вы только посмотрите, сколько грибов возле меня выросло. Это офигеть можно. Тут одними грибами только можно покормиться. Не, так, конечно, тоже их видно, но просто... Когда их видно издалека, это совсем другой разговор. Правда, они мало дают. Это что такое? А, типа посад... Это. Я ж вроде сделал свою эту сумочку. Вот она. На какую кнопку я там поставил ее? Уже не помню. Вот она, сумка. Так, кобура R, факел. Ну понятно, что сейчас ее посадить нельзя. Тут уже написано, что... А у меня, кстати, с собой ничего и нет. А не, что-то есть. Нет, ноль. Или это я не могу садить пока еще. Короче, у меня все равно ничего с собой нет, никаких семян. Ты сейчас и не посадишь, потому что уже осень. Куда садить-то на осень гляда? Ладно, поехали туда по заданию. Так-так-так, а пока я иду, тут вот поросенок есть. Давайте я в пятую точку. Насвали ему. Так, заберем сейчас все. Боров. Ну-ка, разделай-ка его. Мясо, кожа пригодится. Так, деревянный копье, 3 штуки, 2 кожи и что-то там еще. Оп. А что-то темнеет уже так. Елки зеленые. Туман такой. Кстати, я факел не сделал, блин. А факел еще делается-то. Соломы, а у меня вообще ее нет. Блин, я на озере там ее не взял. Надо было вдоль берега идти, может где-то тут есть еще солома растет. Блин, грибов просто тьма тьмущая. Тут же можно грибную похлебку, по-моему, мясо с грибами варить. Но это надо домой идти. Уже темнеет, прям совсем темнеет. Вот такой день короткий. Прям кошмар. О, слава богу, тут тростник есть. Его тут много. Стой, только собирай. Сейчас факел сделаем, а то что-то без факела как-то неприкольно. Так, хватит уже на факел. Да. Создавай-ка ветка. Ну-ка. Так, его надо опять назначить на F. Давай. А тебя на троечку сбросил настройки. О! Еще возьмем на один факел, на всякий случай. Этот горит быстро очень, примитивный. Ну, тростника тут. Ну, конечно, не тростник нифига. Просто такой перевод, ну да ладно. Я думаю, меня хватит. Кстати, а прокачка идет? А когда в меню вроде заходишь, не идет. Где тут навыки? Изготовление, вот. Крафтинг. Вот это вот. Ага. Скоро качнемся еще раз. Что тут еще есть? Сильный как дуб. 10. А, это здоровье. Смысл выживания. Ощущайте грибы. А, тут один раз только. Железная печень. Сопротивление отравлению. Так, а вот рыбак. Прокачать бы рыбака, что ты делаешь? Больше. А где вот именно сам крафт? Так, вот охота. Так, больше
Для охоты действий больше скилла от охоты. А, то есть вот это надо сначала первым прокачать, чтобы получать больше очков за убийство животных. Так, следующий уровень. Копье. 10% более устойчиво. Ага. Стрелец. Шпион. Так, а следующий животных. О, это тоже полезно. Так, хищник. Так, ладно, ладно. Это что тут для добычи? Лесоруб. Так, надо сначала, наверное, так. А что в технологиях? Я могу что-то купить? По-моему, ничего я не могу купить. Лопату. Совок. Я уже купил его, по-моему. Недостаточно технологий. Блинский еж. А здесь что? А здесь что? А, вот что-то, что-то купленное. А это? Кстати, могу что-то взять. Льняная нить за 50. А это что, сумка? Льняная ткань. Простая рубашка льняная. Так, о. Постройки домов. Надо чаще строить. За все действия, получается, технологии развиваются. На лук не хватает? А ну. О! Ядрен батон. Я могу лук теперь делать. Стопка 50 каменных стрел. Ну-ка. Пфф, господи. Ловушка птиц. О, давай, перья мне нужны. Отлично. Это что, деревянный походный костер? Пфф, шикардос. А тут? Кроме совка лопаты... Так, тут недостаточно технологий. Рыбалка куплена. Тут ничего не могу, потому что еще ничего не садил. Так, это куплено. Жалко, жалко, жалко. А, это деревянные болты, это на арбалет. Ну, ладно. А здесь что? Блин, я сейчас все деньги так потрачу. Подожди пока. Так, давайте сделаем походный деревянный костер. Так, что на тебе можно? Так, спать? Нет, подожди пока. Готовить только мясо можешь. Блин, я думал, тут можно что-то приготовить. Он, наверное, дольше должен гореть, по идее. Ну-ка, все, сразу приготовь. Я отравился немножко. Съел случайно грибочек, мухоморчик проверил. Да, действительно, сразу же отравление пошло. Но я съел эту травку, которая меня лечит. И так что проблем нет. А грибы вообще ничего не приносят уже практически. Так. Где тут? А вот отравление ушло полностью. Можно посидеть возле костра. Ладно, я пошел. Я просто проверил. Сделал дрова. Сколько у меня дров еще осталось? 8 штук. А, нет, в смысле. Ну да, 8 штук осталось. Еще на один костер как раз. Продадим, хотя они тяжелые. Может, я их выкину? Ладно, короче, идемте на задание. Так, а заодно еще пособирать немножко подорожника. Все-таки здоровье я поправил, но надо все-таки, чтобы был запас этих. А вдруг на меня волк нападет, а мне подлечиться нечем будет. Прямо как этот экстрасенс, блин, все видишь на расстоянии. Вообще шикарный уровень этот, умение. Так, ну хватит мне столько. Это что, камень, что ли? Он сам. Еще камни видите, все остальное было вообще. Посмотрел, и все кругом засыпано всяким барахлом. Так, а здесь камешки есть? Есть листики полезные для меня. А вот камешка лежит. А нет, это большой камень. Какая классная речушка маленькая. Вот тут надо было строиться. На самом-то деле. Хотя тут не сильно ровно. Хотя более-менее ровно. Кустов много, ягод. Есть чем поесть. Вот какая-то дорога. Да-да-да. Деревянная. В смысле деревянная. Грунтовая, кстати, в этот поселок, походу, идет. Блин, ну тут просто. Как посмотришь, везде всего полно. Только собирай. Не ленись, собирай. А вот именно что-то. Уже лень собирать. Так, только что-то прокачалось. Еще все-таки подобрал один подорожник и оп, навык. Так, тут есть рыбак. А что с рыбаком? Так, больше предметов.
Рыболовная сеть. Неплохо. Водный танцор. Что делать? Следующий уровень. Более движение в воде. Более быстро. Понятно. Спортсмен. Мистер. Наносимый ущерб минус на 10% меньше. Так, чувствительность. Железная печень. Сурвалист. Так, следующий уровень. Медленная потеря. Ох, вот это я, наверное, и возьму. Медленная потеря. Вот так вот. А то он довольно-таки быстро на самом-то деле теряет все воду и еду. Не успеваешь кушать. Шикарно. Чем быстрее больше прокачиваешь, тем быстрее прокачка идет. Ё-моё, сколько тут всего. Тут просто клондайк. Так, так, так. Олежка. Обойдем Олежку со стороны. Так, а ну интересно сравнить мой прицел. А он точно в центр идет. Так что нет смысла его. Это не как субсистенс. Так, о, прицеливание появилось. На тебе в ножку. Чтоб далеко не убежала. Тихо, тихо, тихо. На тебе в попку. А, в другую ножку. Ну ладно, пойдет тоже. Чуть такое. А, кровь. Ну-ка, ну-ка. Самочка оленя. Пошли ко мне в карман. О. Так вот, мухоморы, кстати говоря, теперь отдельно стали. Раньше собирал все подряд, а вот мухомор. Так, шанс отравиться 100%. Красный гриб. Много разных грибов появилось. Ну, в смысле, может, они раньше пока по клафице разделялись как-то, но я... О, сухатый. А он еще сухатый. В смысле, сахатка. Это сахатый, а то сахатка. Так, ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Мимо. Так, дай-ка мое копье. А я уже бегать не могу. Перегрузка пошла. Ну-ка, копье дай сюда. Все-таки сейчас его кожу продадим. Мясо приготовим, а кожу продадим. Блин, я думал, это кустик какой-то новенький, но нет. Так, давайте в пятую точку зарядим. Ай. Ой-ой-ой, побежал. Нет, не... О, далеко не убегает уже. Ох ты ж, снайпер. А, оно сломалось, наверное. Эй, деревянное копье. Не убегай так далеко. Ого, ты куда ты щеманул так с подбитой ногой-то? Ягодка, естественно, уже осенью нет. Давайте еще одно копье ему взад зарядим. Это ж ты, это ж ты. Мало тебе? Блин. А копья есть? А копий нет. Эх, рубим дерево. Потому что я до него не добегу. Чтобы это вот. Чтобы забрать копья. Попадишь ты. Вот так вот. И еще разочек. Оп. Есть. Дай сюда. И еще дай сюда. Камушки. Сейчас топор еще сделаем. Крафтим. Деревянные копья. Цельных три штуки. Заодно и полегче должны стать. Еще каменных ножей сейчас наделаем. Так. Каменный нож или топор? А что там подороже стоит-то? В продаже. Так, это двадцатка. Топор сколько стоит? 40. Каменный нож неизвестно, потому что надо его сделать. Одну штучку сейчас запилим. Чик, оп, сразу легче как стал. Насколько легче? Так, сколько каменный нож? 30 стоит, да, все-таки топор. Топор все-таки выгоднее делать. На продажу. О! Теперь я уже, можно сказать, и бегать могу. Бей копье. Где наш этот?
носитель копий. Блин, ты куда делся? А вон деревянное копье ходит. Так далеко не уходи. Попал, не попал? Угу, попал, да, в небо пальцем. У него нога дергается, потому что у него копье в одном месте торчит. Или в ноге торчит. Подожди, не убегай далеко. Не видно ж нифига. Да блин, сейчас все копии пораскидываешь. Надо же добить подранка этого бедного, он мучается. Стой, дурик. Да куда ты там пуляешь их? Ядрен батон. Ну возьми хоть одно. Да наконец-то. Сейчас эти копии продадим все. Они уже покоцаны. Буквально у них три применения, и все, они ломаются. Так, давай. Даром, что ли, за тобой пол леса бегал? Оббежал. Так, кожа, мясо, отлично. Так, а тут развилочка есть. Туда пойдешь, сюда пойдешь. Вот туда пойдешь. А вот и поселок. Я уже, правда, еле хожу, но... Один лайф... О, камешка. Еще топор можно сделать? Отлично. Сколько я могу их вообще сделать? Похоже, только один уже. Не могу сделать. Оп, чуть легче стали. А ножик? Нет, не ножик уже, факел могу сделать. Давайте сделаем факел. Все равно его тоже можно продать. Минус палка, 10 соломы. И я чуть легче стал. О, мухоморчики. Мухоморчики сейчас продадим кому-нибудь. Местной ведьме, чтобы она кого-нибудь отравила. Так, тут ничего нет у вас. Опа, опа, так у них тут по это, по-богатому. Овцы есть, козы. Овца 3 косаря. 3 косаря. А маленькая козочка 2000. Блин, дорого. У меня нет, что большая, главное, что маленькая. Это козел или коза. Так, что вы тут собираете-то? Да, блин, перелезь. Это не мое, поэтому я и тут и собирать ничего не могу, кроме вот этих. Ну, здорово, братан, что хочешь? Так, я больше не знакомлюсь. Это ля-ля-ля, пленя-ля-ля. Посланник от доказательства. Ну, мать. Моя мать. Тра-ля-ля. Так. У вас мой топор. Так, что он вообще хоть хотел-то? Я даже не читался, честно говоря. История. Так, поставить 40. Брёвен, что ли, хочет? Да ты с ума сошел. 40 брёвен, блин. Придется рубить. Недаром топоры я сделал. Так, надо кому-то продаться. Вот тут, по-моему, кто-то в доме есть. Из торговцев. А, нет, это сарайчик. Ошибочка вышла. Скорее всего, здесь. У-у-у. Так, у нас тут ткацкий станок есть. Тоже может быть на причем. О, так ты еще и ведьма к тому же. Экстрасенс. В смысле, телепат, блин. Рубашечка. Так, здравствуйте. Покажите, что у вас есть. Ага. Сумка, капюшон, кепка, штанишки. Лен есть. Кстати, лен, наверное, выращивать надо, чтобы из него... Так, ладно, кожу, короче, продадим ей.
Она, походу, все покупает. Так, скала. Ладно, продадим. Я еще себе насобираю. Так, соломы тоже насобираю. Одна палка. Я богат на палки, да. Что тут по идее? Грибы. Мухоморы берешь? По одному. По боку. Бери хоть все. Ой-ой-ой. Да елки-моталки. Так. Подорожник берешь? Берет. Отлично. 14. Давайте вот этот продадим. Тушеное мясо. Я сам могу это сделать. Отлично. Сырое мясо есть. Грибы вот еще есть. Давай, бери все. А, и я зато и полегче стал. Так, тут я продался. Так, сколько ей лет? 36. У вас есть минутка? Плюс 5. Ну, хоть немножко, чтобы было больше ко мне доверия. Так, в сундуке у вас ничего нет? Ничего нет. Ну все, я пошел деревья рубить. Причем буду рубить прямо у них тут во дворе. Чего бы нет. Что далеко бегать-то? Ой, тихо-тихо, по башке сейчас получишь. Березка. А что ты там рубишь? Вот это руби. О. С березки, конечно, не густо. Падает вообще-то чего-нибудь. Понятно, у них тут даже смотреть нечего, у них ничего ни у кого нету. Ну все, так, сейчас посмотрим. Вот 40. Так, две штуки у меня есть, по-моему, вот сюда надо сложить их. Вот в эту вот заготовку ихнюю. А грабить? Кого никого не буду грабить там. Я буду ложить сюда. Так, смотрим. 40. Почему она не обновляется? Ладно, еще одну срубим. Но факт в том, что когда я вот беру его здесь, три штуки вот у меня с собой есть, они регистрируются. Но я все равно столько не смогу, 40 штук не смогу. Так. Да, ну тут ничего, что-то, может быть, когда соберется, к нему надо будет подойти. Ладно, сейчас. Как минимум сложу сюда их. Блин, я же если даже... Ладно, я все равно не смогу их перенести столько много в любом случае. Так, а я забываю перья собирать, елки-палки. Так-то мне не нужны стрелы. Возьми, возьми. Вот перышко есть. Их, по-моему, там 10 штук надо на один стак перьев, что ли, что-то такое. Вот еще перышки упали. Надо собирать их, собирать. О, тут еще даже аж не один камешек. Дай... Скала, блин. Есть еще где-то перья? Я что-то где-то рубил. Блин, уже пропали, наверное, или что? Я их не вижу. Так, персонаж немножко пить захотел. Ну-ка, хлебника еще с фляги. Одной фляги, в принципе, даже не хватит, чтобы полностью напиться. Ну или практически хватает. Так, осталось что-то фляги, да? Еще на один прием раз. Так, есть перья или нет? Что-то перья как-то неохотно падают. То падают, то не падают. Так, все. Перегрузка. Надо топать. Нет, одни грибы кругом. Да, кстати, я вот не замечал раньше. Вот тут вижу, что теперь... То есть, если, ну, поврежденный предмет, то он стоит дешевле, чем новенький. Не намного, конечно, но все равно. Но все равно есть смысл их продавать, потому что они просто ломаются и ничего не получаешь из-за этого. А эти бомжатские шмотки вообще ничего не стоят. Так, а что у него там по одежде-то есть? Простая туника. 500? Ты что, шутишь? Шляпа. Теплозащита, холодозащита. 10-15, а у меня... 15 и 25. О, так у меня получше. А ботинки со смехом? Тут просто ботинки. Минус 5. Тепловая защита. 20. А, 5% тепловая защита.
А у меня 10:35. Ага. Со смехом-то лучше. Эти штаны. Шланг? Шланг. Ладно, пускай будет шланг. Так, на тебе еще грибов. Как раз идешь, что бы не собрать-то. Если они рядом лежат, растут. Все-таки денежка капает. Я из нее пока тут буду это вот все деньги высосу. Я просто возвращался с работы. Минус 2. Блин. Я пошел, до свидания. Короче, все, что мне удалось собрать за день, это 20 с чем-то бревен. 26 бревен не надо. Я уже тут и костер поставил, что надо ночевать. Но сейчас буду ковырять всю ночь. Деревянный чего? А, походный костер, думаю, что за... Даже и костры видят свои, вот он. Ух, тут еще есть что собирать и есть что рубить. Далеко не буду, вот это все вырублю поблизости, чтобы далеко не ходить. Кстати, перьев уже собрал неплохо, там как неплохо. Целых 14 штук, это уже несколько стаков. Один стак стрел, по-моему, там будет уже. Так, ну что ж, уже утро. Я нарубил все, сколько надо было дров, 40 штук. Поспал, пережарил мясо. Вода, кстати, заканчивается у меня. У вас тут колодца нигде нет? Кто такая? Бабуля. Хорошая погода, траля-ля. Блин, не заметил, что там плюс 10, по-моему, да. Ну, я пойду. Надо знакомиться с людьми потихоньку. А ну, вот воду. Да не, по-моему, у них тут вообще ничего нельзя набирать. Ни в ходушках. Нет, ни в раскладушках. Так, где тут торговый? Торговец, торговец тут. Надо продаться сейчас. У нее деньги постоянно прибавляются, смотрю. То есть, видать, кто-то с кем-то она еще торгует, кроме меня. Так, ну у меня уже 1500. Так, до свидания. Что-то она не хочет со мной общаться вообще. У вас есть минутка? Не хочет разговаривать. Ну, работай тогда дальше. Не буду вас отвлекать от работы. Так, где там наш фермер? А где козы делись? А, вон они. Спят еще. Так, ну, что ты тут? Я как бы все. Нарубал вам дров-то. Корм. Это для скотины. Семена капусты, семена свеклы. Удобрение. Так, а это? Я как бы задание сделал. Как я тебе его отдам-то? Так, что-то по навыкам тут у нас новенькое. Так, здесь. Собирательство. Так, действие сделали. Отлично. Делаем. Чем больше очков получать будем, тем лучше. Так, подожди. Немножко подвинуться. Доставай ты. Так, может, нужно просто взять их все к себе. Надеюсь, это не будет воровство, потому что я вроде сюда все уложил. Так, и чё? А как я его? Двигаться-то я не могу. 40 штук типа есть, да. Поставить. Может быть, надо их все сразу положить? Давайте положим все сразу. И чего? И ничего. Чё за бред? Оказывается, ему надо физически принести все. О, блин, вот это долгая история будет. Ну ладно. У меня уже вода, блин, заканчивается. А где тут озеро поблизости есть? Ведь надо на карту посмотреть. Ага. Есть, да, прям поблизости. Тут даже лужи нигде нету. Или есть? А нет, это этот, куда я носил. Блин, а вы где воду берете вообще? Ребятки, у вас ни колодца нету, нифига. Я тут засохну, блин. Пока выполню ваши задания. Так, бери давай ветку.
Главное, где же у вас колодец-то? Колодец-то должен быть. И чего? Надо посмотреть, может, я что-то где-то что-то не увидел. Ни ручейка тут, ничего нету. Как вы тут живете-то? Без ручейка-то. А вот сюда можно было носить. Блин, тут ближе было бы. Ну попей. С грязной лужи-то хоть. Так. Ой, на восьмерочку. С тебя нельзя воду добрать? Нет, воду набрать нельзя. Поесть-то у нас без проблемы. Вот она, еда есть. Кончается, правда, как? Ну как кончается? Еще есть, но, блин. Где ваша вода? Так, пришлось бежать, набирать воды, потому что, ну куда? Во-первых, попить надо. Ну или флягу наполнить. Так, и самому попить. Ну-ка, бери флягу. Из лужи попьем, из реки, то есть. О, это другое дело. А то засохну тут, чертовой бабушки. Тростник. Это можно продать. Или факел один сделать еще. Примитивный. Так, ладно, возвращаюсь обратно. Всего-то каких-то 300 метров за водой ходить, подумаешь. Так, что-то я еще только что прокачал. Так. Таверна. До таверны уже немножко добираемся. Я, правда, не понял, что именно прокачалось. Технологий, говорит, недостаточно. Так, ну тут понятно, тут ничего я не могу сделать. Шитье. На таверне ничего нету. Странно, не знаю, что-то прокачалось в технологиях, а что именно? Подгорит вроде бы. Это уже купленное. Толстые кожаные перчатки. Льняная ткань, рубашка. Простая обувь. Соломенная шляпа. Ну давайте сделаем. А, у меня соломы-то нету. Купим. Пока что. Что ты хочешь от меня? Может, надо посмотреть в строительствах, что я могу теперь строить. Так, это я и так мог делать. Тут закрыто. Тут тоже все закрыто. Ага, во. Таверну могу делать. Сколько мне надо? 10 бревен регистрации. Шитье. Что там, тоже 8 этих бревен надо. Ну, потихоньку развиваемся. Так, ну что ж, поскольку я тут рядом прохожу с этими оленьками, может быть, им попробовать в голову зарядить хоть один раз? Нет. Тихо-тихо, далеко не беги. Наконец-то. Нормально получилось попасть. Стой, 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 стой. Хватит топтаться по животинке. О! Перегружен, блинский еж. Так, а кто это у нас тут? Никак лиса пришла курей воровать, да? Ну-ка. Вот это не одна. Блин, рядом. В пятую точку. Ты пищишь как это, как обезьяна. Два смеха и два мяса. Так, а где мои копья? Вот они. Так, я, по-моему, до конца сезона не успею, блин, относить это за все. Все тяжелое такое, елки-палки. Может, надо продать и мех, и кожу эту? Может, и так. Так, продал лишнее. Теперь могу по 5 бревен носить. Все-таки должен до темна успеть, елки-палки, отдать ему эти задания, а то, может быть, еще задание будет провалено.
Даром, что ли, старался, только рубил деревья, блин. Уже пробую по 6 носить. Все равно боком вперед и бок нажимаете, и так вот и неплохо получается. Вот, блин, зараза, тут доски еще валяются, их можно попродавать. Но они копейки стоят, блин, 2 единички за это вот, за штуку, так что дешевле палки насобирать. Хоть прокачка будет, а так ничего. Ну, блин. Давайте уже дойдем. А, вон он. Не к тому иду. Студент. Стой, 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 стой. Не уходи, не уходи. Эй. Так, 28 из 40. Ёлки-палки. Блин, и день уже заканчивается. И сезон заканчивается. Но осталась уже ерунда. Два раза сходить. Этот раз еще раз. Да блин, ты еще под ногами тут путаешься. Ну, перелезь давай через забор. Стой, мужик. Бревна возьми. Тяжелые ж, блин. Так куда ты топаешь? О, осталось... А, даже меньше. У меня еще на продажу будет или пару копий сделаю тогда. Так, мне сколько там? 2 штуки надо. Так, все, они закончили работу. Стой. О, есть, выполнено задание. Фух, еще что-то вы хотите тут? Кто-то что-то еще хочет? Так, ну давайте сделаем тут. Я еще сейчас пару копий сделаю из тех бревен, что осталось. Так, есть, выполнил. Кто тут задание, говоришь? Ты хочешь, что тебе надо? Так, вы должны почти... Голодали после тяжелой работы. Здесь сердечная перевозка. Так. Суп один. Ой, спасибо большое за то, что это пахнет восхитительно. У меня может быть рецепт? Так. Позор вам. Тем не менее, спасибо за еду. Ну, это семейная тайна. Ну, ладно. Семейная тайна, так семейная тайна. Все, больше тут никто, ничего. Только туда надо идти. Семейная тайна. Перья 24 штуки. А вот он, супчик этот. Воду восстанавливает? Почему-то только еду. А вот суп есть еще. Тут у меня 2 супа взялось. Ну ладно. 2, так 2. Будет что поесть. Ну что ж, а я пошел обратно. За сезон я уже не успею домой вернуться. Хотя, если постараться, может быть, еще успею. Так, внезапно на меня кабан... нападать начал. Ты чё это? С ума сошел? Да копья возьми. В чем дело? Не на ту кнопку, что ли, назначил? А, ну иди сюда. Ой, а у меня больше копий нету. Нож. Блин, а нож нифига не работает. Топор бери. Блин, я топор продал. Молодец. Так, а что там у меня со здоровьем? Прям беда. Беда-бедовая. Где этот подорожник? А вот он есть. Да перелезь ты через забор. Так, ну-ка, быстро лечись. Подорожником. Отлично, даже еще один можно подъесть. Стамина вышла. О. Надо с собой все-таки носить хотя бы штук 10. На всякий случай. Так, свинья, ты это самое. Да, блин. А фонарела тут, я смотрю, да? На тебе, зараза. Большой толстый свин. Пойдешь со мной в кармане. 2 кожа, 2 мяса. Так, еще дай мне подорожника. Да беришь подорожник. Да не ветку, а подорожник. Так, вот еще есть пару штучек. Еще подхилимся и побежали. О, сотка. Так, ну наконец-то добежал до дома. Ох, разожжем костер. Да блин.
Камин. О, и спать. Все, зима уже. У-у-у. Снежок. О, зайка попался. Дай-ка сюда зайку. Активируем ловушечку. Так, посмотрим, что мы тут можем сделать. Лук, стрелы. Так, можно, могу лук. Так, регистрация или льняная нить. Ага. Это я делать не могу. Для этого надо сделать дома. В смысле, не дома, а этот. Как его там? Вот это, вот это. Нет, не это. Так, а на рыбалку что-то могу делать? Так. Недостаточно ресурсов. 6 бревен всего лишь надо, чтобы сделать охотничий домик. Так, я насобирал на охотничий домик. Теперь бы еще воткнуть бы его куда-нибудь. Где можно его воткнуть? Ясное дело, что на дороге строиться нельзя. А чуть дальше пройти. Охотничий домик. Ну-ка, ну-ка. О, а тут можно. Так, как его лучше расположить? Да вот так вот его поставим сейчас. Вот здесь вот. О. У меня где-то кувалда была. Так. На шестерочку поставим кувалду. В смысле, молоточек тут деревянный. Так, модернизация. Как тут? Способ строительства. А, вот. Нет, не то. Можно деревянные стены как-то? Ладно. Что там, палочки тебе надо? И куча бревен надо. Ладно, рубим. Ух, какое большое дерево. Срубим, посмотрим, сколько с него выпадет. Дерево. Ой, так на меня падать не надо. А перья что не даем? Ух. Вообще ни одного перышка не дала. Регистрация. Еще одна регистрация. 4 тоже, да? Это несерьезно. Какой наглый заяц подошел, сидит он прямо на тропинке. Эх ты ж, блинский еж. Ладно, достроим уже хатку бобра. Так, шестерочка, кувалдочка и последний. Опа, есть. Дом законченный. И что тут у нас? Рабочее место. Так, можем делать лук. Можем делать стрелы. Перышки есть. 5 скал надо, в смысле камней и палки. Это есть, только вот камней нет. Ну что ж. Заберем копье. Деревянненькое. Неплохо смотрится зимой. Зима вообще прям хорошо выглядит. Так, надо где-то ракурс найти нормальный. Ну что ж, вот так и пойдет на превьюшку. Ну что ж, вот такая была серия. Так что всем спасибо за просмотр и всем пока.